«Приветствую тебя, юный принц. Нам нужно поговорить». «У меня нет на это времени». «Послушай меня, мальчик. Эти земли обречены. Тьма уже спустилась на них, и ты не в силах остановить ее. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уведи его за море, на запад». «Ты предлагаешь бежать? Мое место здесь, среди моих людей, и я буду защищать их». «Значит, ты уже сделал свой выбор. Запомни, чем сильнее ты стремишься сокрушить врагов, тем быстрее твой народ окажется в их власти». «Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Я просто хотела...» «Нет, Джайна!» «Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав. Может быть, он действительно знает, что нас ждет». «Его слова не заставят меня покинуть родину, Джайна. И меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Идем». Я рад, что ты пришел, Утор. Следи за своим тоном, юноша. Хоть ты и принц, но как паладин ты все еще находишься под моим командованием. Как будто я не помню. Послушай, Утор, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. Нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в нежить. Весь город должен быть очищен. Что? Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Проклятье, Утор! Как будущий король, я приказываю тебе зачистить этот город. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ... я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я буду расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас? Неужели? Лорд Утор, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших паладинов. Артас... ты не можешь так... Решено! Те из вас, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные... прочь с глаз моих! Ты пересек опасную черту, Артас. Джайна! Прости, Артас. Я не могу на это смотреть. Да, ваше высочество. Я готов. Опять за работу. Слушаюсь, милорд. Я готов. Я служу свету.
Да? Я готов. Ну, я пошел. Что указаний? Я готов. Я помогу. Да, ваш свет. Свет благословляет меня. Чего? Хорошо. Угу. Да, сделано. Слушаюсь, милорд. Приказывайте. Одно ваше слово. Приказывайте. Исследование завершено. Где враг? Дело сделано. Правосудие свершится. Дело сделано. Да, милорд. Конечно. Чего? Дело сделано. Ну я пошел. Где враг? Да? Дело сделано. Свет благословляет. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганис. Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город, и огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого, Малганис. Лучше они умрут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Разумеется. За честь и отвагу. Исследование завершено. Прости меня, отец. Но я должен сделать это. За честь и отвагу. Исследование завершено. Хороший план. На нас напали солдаты короля. Спасайтесь, кто может. Улучшение завершено. Дело сделано. Ощути мой гнев. Улучшение завершено. Поздно просить пощады. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Дело сделано. За моего отца. Хороший план. Правосудие ваши свершится. Войска атакованы! Я помогу. Где враг? Опять за работу. Хорошо. Я помогу. Разумеется. Недостаточно места. За честь и отвагу. Опять за работу. Хорошо. Слушаюсь, милорд. Свет благословляет. Конечно.
за моего отца. Поздно просить пощады. Правосудие свершится. Улучшение завершено. За честь и отвагу. Конечно. Ощути мой гнев. Дело сделано. Я служу свету. Правосудие настигло тебя. Где враг? Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Разумеется. Недостойное создание. Дело сделано. Правосудие настигло тебя. Никто не смеет предавать свет. За моего отца. Ощути мой гнев. Разумеется. Конечно. Хороший план. На нашу базу напали. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Да, ваш свет. Ну, я пошел. Наши войска атакованы. Хорошо. Я служу свету. За честь и отвагу. Хороший план. Дело сделано. Наши войска атакованы. Чего? Я помогу. Разумеется. Я снова жив. Дело сделано. Недостаточно древесины. Недостаточно древесины. Прочь, щенок. Не путайся под ногами. Ползи к своему дряхлому отцу и дожидайся конца вашей династии. Жду приказаний. Дело сделано. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Исследование завершено. Улучшение завершено. Недостаточно древесины. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Поздно просить пощады. Разумеется. Хороший план. Недостаточно места. Приказаний. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Конечно. Недостойное создание. Ощути мой гнев. Разумеется. Исследование завершено. Ваша светлость. Ваша светлость. Жду приказаний. За честь и отвагу. За моего отца. Недостойное создание. Поздно просить пощады. За моего отца. Ощути мой гнев. Я помогу. Недостаточно древесины. Я служу свету.
Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Разумеется. Недостаточно места. Конечно. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. На нашу базу напали. Что приказали? Свет благословляет. Улучшение завершено. Да, ваша светлость. Ну я пошел. Наши войска атакованы. Слушаюсь, милорд. Где враг? Конечно. Правосудие настигло тебя. Недостойное создание. Хороший план. Правосудие настигло тебя. За моего отца. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. Разумеется. Хороший план. Да, милорд. За честь и отвагу. Одно ваше слово. Свет благословляет меня. Я служу свету. Опять за работу. Правосудие свершится. Да, ваше высочество. Я помогу. Правосудие свершится. Конечно. Где враг? Конечно. Приказывайте. Разумеется. Поздно просить пощады. Я помогу. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Свет благословляет меня. Я снова жив. За честь и отвагу. За моего отца. Нужно больше ферм. Я служу свету. Приказывайте. Ощути мой гнев. Никто не смеет предавать свет. Поздно просить пощады. Правосудие настигло тебя. Конечно. За честь и отвагу. Недостойное создание. Улучшение завершено. За моего отца. Хороший план. Ощути мой гнев. Да? Слушаюсь, милорд. Я служу свету. Поздно просить пощады. Конечно. Разумеется. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет.
Дело сделано. Правосудие настигло тебя. Конечно. Где враг? Поздно просить пощады. Недостойное создание. На нашу базу напали. Я помогу. Дело сделано. Правосудие свершится. За моего отца. Ощути мой гнев. Поздно просить пощады. Правосудие настигло тебя. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Дело сделано. Недостойное создание. Ощути мой гнев. Разумеется. Хороший план. Жду приказаний. Я снова жив. За моего отца. Никто не смеет предавать свет. Мы покончим с этим сейчас же, Малганис. Один на один. Храбрости тебе не занимать. Но, к несчастью для тебя, юный принц, твое путешествие только начинается. Собирай свои войска и отправляйся в царство вечных снегов, в Нардскол. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Я отыщу тебя даже на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли!